Сейчас мы нарисуем маску тигра. Для этого нам нужно будет белая краска. Я вам советую взять дракон Attack сплиткейк под кисть и какой-нибудь большой сплиткейк. Это может быть просто, конечно, оранжевый, но я люблю, чтобы на конце обязательно был белый цвет. Поэтому, если у вас есть возможность к оранжевому цвету доставить белый по краю, тогда вам будет просто проще это делать. Из кистей нам понадобится угловая кисть 1/2 и линер двоечка. Спонжик для тигра я люблю вот такой полукруг. Thank you.